Так. Сундук найти и контейнер найти, да? Сейчас найдем. Скорее всего, наверху, наверное, что-то есть. А, нет. Там что-то есть, да? Угу. Вот. Так, еще один сундук и должен быть. Сундук ковчегов еще надо найти. Так, а это что у нас? Механическая деталь какая-то. Вон, вижу. Так, и сундук ковчегов надо. Надо найти сундук ковчегов. А, вот он. Отлично. Понял. Вот нанотрит. Урон броска. Концентрация. А, круто. Форсаж, рывок. Все, прокачал. Еще все, можно ехать дальше. Так, смотрим, куда мы поедем сейчас.
Поднять дорожный барьер. Сюда поедем. Так, у меня в тачке что-то. Я на медобслуживании. Прошу подождать. Ну вот, я снова в деле. Я тачку отремонтировал, можно ехать. Кстати, вот, ребята, гайд, как отремонтировать машину, если что. Нитро обзор прям. Круто. На поворотах только становится неуправляемым. И вот мы на месте. Так, задание поднять барьер. Воу, воу, аккуратнее, нихера не гоняет тут. О, локация пройдена. Так, куда мы дальше двинемся? Так, вот это. Неизвестная локация, надо туда съездить. Системы активируются. Патроны появились. Эх, они все-таки будут. Включен режим ожидания. А я думал, блин, это свои. Системы активируются. О-о, стой, чувак. Говорливый Гарсия. Так, что мы продадим? Путешественник, продавец изысканных товаров. Не утаи же, кто ты? Уокер. А мы и дальше так будем говорить? Безусловно. Витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной. У меня отменный товар. Тогда позволь... изучить твои лоты.
Так, купить. Что можно у него купить? О, автозапчасти для тачки. Все, у меня денег нет. Транспорт. Улучшение. Не хватает. 5 из 10. Все, ладно, понял. Системы активируются. Воу. Камни прям летят, крутая тачка. Так. Понятно, он в свою тачку дальше. Системы активируются. Так, это мне туда надо гнать. Так, я сначала сохранюсь. Так, а теперь с разгона сейчас. Ну, приехали. Торговая коалиция была бы рада вернуть тебе этот форпост. Это бандитское логово. Мне нужно перед... Понял. Системы восстанавливаются. Системы полностью восстановлены. Отлично. Ой-ой-ой, чуть не улетел туда. Эти манекены отвлекают меня.
Кстати, можно было на нормальном режиме проходить, я думаю, вполне. Вроде всех завалил. А, вот ты, я тебя не вижу. Разобрал его. Куда еще выше? Завалил. О, ковчег, сундук. Еще один здесь где-то должен быть сундук. Ковчег. Наверное, в другом месте. Где-то внизу, наверное.
Так. Туда схожу, еще раз проверю. Потому что я где-нибудь забыл. Во. Говорю же. Еще. И внутри проверить еще разок. Там машины какие-то, по-моему, едут. Так, ну здесь вроде все я забрал. Можно спускаться. Блин, он поближе подойти. Так, еще. Так, идем дальше. Так, еще сундук надо найти еще. 4 сундука еще в целом. Так, это выход. Скорее всего, где-то тут, наверное.
Так, здесь я тоже был. Здесь я не был. Два сундучка в общем осталось. Ракета, откуда он нафиг? Еще одна. Откуда вас? Надо вылечиться. Ух ты. Вчера ты как-то крутой, непробиваемый. Не так уж было и сложно. Форпост зачищен, ни один гад не уполз. Молодчина, рейнджер. Мама Проули может тобой гордиться. Йо! Так, спускаемся вниз. По этим обломкам стрелять, и они бы упали бы туда, понял. Уокер, мы все еще должны найти доктора Квасира. Так, тачка стоит. Еще где-то два сундука. Я не знаю, где они.
Так, вот сюда я еще не бегал. Так, там обрыв. Сундуки, 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 где же они? Нет, нельзя прыгнуть. Два сундучка где-то спрятаны. Где-то я проглядел. Обрыв. Тихо-тихо. Не падать. Здесь обрыв. Где-то я проглядел. Так, сейчас найдем. Надо повнимательней. Тут я не нахожу. Гранаты взял. Тут, в общем, нету. Блин, хотя бы подсказки какие-нибудь, что это были бы. Поехали повыше. Приехал на тачке, не могу найти два. Мне прям кажется, что где-то здесь.
Так, это лифт у нас. Блин. Чуть не грохнулся. Я там обрыв. Гитарный комбик, усилитель. Чё-то нету. Так, ну здесь точно нету. Так. Так. Ну ладно, фиг с ним, не найдем мы эти два ящика. Ладно. Поехали. Что за шар там какой-то? Понял. Так, ладно. Пойдем на нашу тачку. А кого здесь что? Обрыв, воу, тихо. Пойду на свою тачку. Ага, лифт, ладно. В общем, не нашел я эти два ящика. Ну да, ладно. Всем спасибо, кто досмотрел до конца.